Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан, но и также Санкт-Екатеринбург российский. Я что, похожа на северную столицу России, или может быть на Эрмитаж, или может быть на площадь Восстания, или может быть на что? И сегодня мы находимся там, где люди остаются наедине с природой. Там, где мы почувствуем на вкус землю, песочек, камень и даже гравий. Где природа — это мы, а мы — это природа. Мы что, вселенная Ватырышкина за Колыванью? Где-где? Ну, село на Ватырышкина, это за Колыванью, Новосибирская область, вон там, 40 километров от центра. Я не знаю, на Ватырышкина мы сегодня или не на Ватырышкина, но бог Майнкрафта сказал то, что сегодня нам в очередной раз будет вот это... жопа-бублик. Не успели мы сегодня зайти в Майнкрафт, потому что мы хотели сегодня построить небольшую вот такую фермерскую полянку за 150 серий Майнкрафт, но все же надо себя обеспечить хотя бы небольшим количеством еды, как тот самый, который живет вот там, с самого верха, да, именно вот там. Катя опять к нам спустился и опять с нами начал говорить и вот пронес вот такую какую-то дичь, то что сегодня мы останемся наедине с природой. Что он хотел сказать, Кать? Давай не будем его слушать, просто займемся нашей фермой, посадим наконец-то картошку, морковку, свекошку, вот это вот все, и будем жить нормальной жизнью, игнорировать да. Этого бога Майнкрафта. Игнорировать бога Майнкрафта, жить, поживать, добра наживать, как говорится, но я тебе не смогу ни морковку, ни картошку посадить, потому что у меня есть только пшеница и только арбузик. Поэтому ты сейчас давай сгоняй за водичкой, а я здесь еще немножко... У меня есть картошка! Сади картошку! Ну, надо за водичкой сходить сначала. Иди сгоняй за водичкой, держи вот это ведро, а я пока здесь еще немножко высажу вот так. И сейчас все сразу же посажу. Раз ведерко, два ведерко, три. Ну, в принципе, столько должно хватить. Живет там сверху! Кать! Да я здесь! В смысле ты здесь? Где ты здесь? Что со мной произошло? Я чувствую себя очень скованно и привкус какой-то земляной, что ли. Какой привкус? Ну, ты меня не видишь, что ли? Я здесь стою прямо перед тобой. В смысле, передо мной? Я пришел, здесь никого нет. Ты просто вот это пу! Испарилась. Да момент... вот я! Санта, Лючия, Дева, Мария. Ты да... что, я пила тази? Что, ты что, дурак, что ли? Это я дурак! Да ну к чертовой бабушке, вызывайте экзорциста! Ты чё? Что со мной? Наши предсказания в очередной раз подтверждаются. Я заметил то, что каждый раз, в каждой серии, то, что подписчики пишут в комментариях, оно всегда сбывается. Под предыдущей серией там практически 20% всех комментов было то, что был «Эдисон и Катя, а давай вы не будете переставать превращаться в блоки!» Кать! Ты блок земли! А я-то думаю, чё я как будто земли поела? Пипец, ребята. Ты себя как? Блин, а что мне делать-то теперь? Что делать? Окупаться можно? А меч как в руки брать? А как цветы ломать? А как кушать? А как вот это... Что, как быть-то мне дальше? Как жить? Как? Слишком много вопросов бесполезных ты задаешь. В каждой серии мы находим выход, значит, в каждой... И в этой серии мы тоже что-то с тобой придумаем, я надеюсь. Пока... Подойди вот сюда. Вот туда, ага. Еще ближе подойди. Ты что творишь? Еще ближе туда подойди. Ага, прекрасно. А сейчас кем ты будешь? Ты где? Подожди, дай мне возродиться. Не,
Не помогло, Кать. Вообще, вообще не даже рука не выросла. Вообще даже рука не нога, не, даже ухо не вырос. Даже нос не вырос. Я нос больше всего люблю. Ты даже не стала грязью, ты как была блоком земли, так ими и осталась. Ну нет, ну я просто это. У меня уже минус 3 голода. Как мне покушать? Пошли. Эй, ты куда разогнался? Я блок, я неповоротливая! Помогите! Нет! Давай, в каждой серии мы с тобой находим выход, значит, и в этой серии мы тоже вот найдем. Помоги мне. Выпрыгивай! Давай! Лестницу постройте мне, я блок, я беспомощная. Давай, пошли. Всегда находим противоядие, сейчас тоже найдем противоядие. Сейчас отправимся в какую-то деревню или в какой-то данж. Я уверен, там 100% какое-то зелье будет, которое тебе... Да, все тебе лежит на ладошке, да, точно, точно. Кать, в каждой серии какая-то дичь происходит. В этой серии тоже дичь происходит. Это так не работает. Работает, пошли давай, давай. Алмаз. Ну так и что ты тупишь? Бери и ломай его и забирай. Ты думаешь, что все так просто? Здесь никогда не было алмаза. Почему алмаз заспавнился здесь, а? Значит, так надо. Бери, ломай, алмазы забирай и валим. Это мой сородич, походу. Чувак, ты будешь ломаться или не будешь ломаться? Алмаз дерется, не дрыть, колотить, отстань! Помоги мне, отстань. Меня тоже пусти! Отстань, нет, как убить, убегай к чертовой бабушке, он дерется! Понимаешь, в какой мы дом зашли с тобой вообще, ты даже не заметил этого. В какой дом мы с тобой зашли? Мы такие с тобой странные молодые люди просто. Пацан, приспусти лошадей, коняшек своих, вот это все. Мы с тобой, я уверен, сможем договориться. У меня есть подруга, знакомая девушка. Она вот с той же шайки, что и ты. Такой же бог, как и ты. Спрячь свой вот этот алмазный меч, пожалуйста. Кать! Что? Ага, то есть мы в этот дом, да, забежали? Я тебе про это говорю! Забежали спрятаться в этот дом, да, прекрасный дом, а с другой стороны вот это. Да, мы с тобой не очень умные, как я вижу. Выйди наружу. Давай я с ним поговорю, давай с ним поговорю. Да, давай с ним папа. Как блок с блоком. Как блок с блоком, давай. Так, привет, короче, чувак. Давай ты вот этого парня не трогаешь, он из своих, все нормально. Ты сейчас разворачиваешься и уходишь, мы тебя трогать не будем больше. Угу. Алмазный меч только верни. Ну, в смысле, не верни, а отдай. Мне он пригодится. Давай, возвращай. Вот так. Отлично. Все, пойдем. Давай, салам пополам. Какие салам пополам? Я отжала алмазного блока алмазный меч. Блок земли отжал алмазный меч у алмазного блока. Как тебе такое? Меня этот Майнкрафт убивает с каждым днем все больше и больше. Пошли, Кать. Пойдем за помощью. Эй, аккуратненько, блоки не умеют плавать. И что, ты думаешь, что Маринка мне реально поможет, что ли? Да мы с ней в ссоре уже 10 лет. Если вы с ней сретесь каждую серию, это не значит, что она не будет помнить старых своих друзей. Я с ней сейчас договорюсь здесь. Стой здесь, не подходи даже к ней. Маринка, Маринка, мы пришли помириться. Собака сутулая ты. А не Маринка, когда ты уже научишься, то что людей надо уважать. А не с зельями своими бросаться каждый раз. Может, у нее дома есть что-то полезное? Стой там, я сейчас тебя спасу. Давай, я подожду тебя. Удача на 5 минут. Сейчас мы ее как раз таки выбросим и проверим, работает ли это или нет. Ты что там орешь опять? Ты мне снова нужна помощь! Ну зайди в дом и попробуй меня найти, зайди! В смысле ты? Ты где? В домике вот в этом? Сейчас, как сюда зайти-то, блин, это... Я ж блок, я не умею заходить в дома. А, вот как так, оп. И чё ты троллишь меня? Тебя в доме нет. В смысле нет? Я даже не такой блок, как дом. Зайди обратно, вот я. Господи. Я стал деревом, брёвнышком. Я стал брёвнышком. Так, подожди, дай я выкину вот это. Опа.
Удача на 3 минуты. Очуметь не встать. Наверное, сейчас нам так с тобой в жизни будет вести, да? Ну, знаешь, что-то ничего не произошло. Я думала, мы перестанем с тобой быть блоками и наконец-то пойдем свой огородик делать. Да, у Маринки какая-то дичь дома творится, не то, что нам нужно. Ладно, пошли, я бревно, ты грязь. Удачная жизнь, просто счастливая. О, ура, спасение, наконец-то я хоть что-нибудь поем, может быть там даже будет что-нибудь попить, а может быть будет что-нибудь сладенькое, вкусненькое, ура! Блоки земли едят землю, под тобой куча еды, поэтому давай приступай, ешь, а я пойду дерево тогда буду точить. Между прочим, в первую очередь я все еще Катя. А между прочим, перед нами кузница, это значит, что в кузнице возможно будет что-то полезное. Подвиньтесь, пожалуйста, отправляйся в кузницу, посмотри, есть там что-то или нет, а я буду защищать этот дом, а то я вижу то, что жители как-то к нам не очень так равнодушны, да? Ну да, тут скопились, все смотрят на ходячие блоки. Чё, блок никогда не видели, а? Вот именно, чё не знаю, разговаривающий вот этот деревянный блок никогда не видел. Крендель, иди отсюда. Опа, а тут у нас сундук и в нем целых 2 алмаза. Иконская броня золотая. Неплохо, неплохо. Еще железный меч тебе возьму и кусочки хлеба. Кать, неплохо. А здесь верстак снаружи, на который я почему-то нажать не могу. И нотный блок. Давай проверим, где. Опять ты, собака, это ты! Этот вот алмазный этот блок, который тебя отдал! Это я, тупица! Успокойся, сейчас тебя тоже будут бить. Одно сердечко осталось, успокойся, я что? Я кто? Ты в алмазный блок превратилась. Вот ту чупакабру, которую мы встретили в предыдущей деревне, вот этой. Ты алмазный блок. Хоть не блок земли, хорошо. Тоже верно, тоже верно. Подожди, они же там стояли. Кто там стоял? Обернись, только тихо, медленно, медленно, спокойно. Пацаны, давайте без драк, хорошо? Тихо, тихо, только без резких движений. Как говорится, Биба и Боба, два дальнобойщика. Вы прям очень сильно друг на друга похожи. Опа, тихо, у них мечи. Я беру на себя верстак, ты на себя нотный блок. Погнали, Катюха! Не, собака! Если он меня ударил! Если ты мог подумать, то, что вы можете нарваться не на те блоки, вы ошибаетесь, катабаза! На! Еще те блоки, мы вас всех тут порешаем, нафиг! А кого бить-то? Кого бить-то? Подожди, стоп! 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 Почему я только что превратился в верстак, он превратился в меня? Вы поменялись душами? Или блоками? И кто теперь из вас кто? А кто есть ты? А я нотный блок? А я не знаю, а кто тогда руда алмазная? Я нотный блок. А кто? Стоп. Ни черта не под... Кать, подойди ко мне, я верстак, подойди ко мне. Ты верстак, я нотный блок. Ты не Катя, уйди. А почему мы местами-то поменялись? А как это... Когда это произошло? В какой-то момент произошло? Пацаны, если вы знаете, как избавиться от этого дьявольского проклятия, я вас молю всем своим сердцем. Помогите, пожалуйста. Вот это уже издевательство какое-то бога Майнкрафта. Выручьте, пацаны. Так, тихо, не так надо разговаривать. Ну-ка, быстро. Быстро нам сказали. Опа. Сундучок он поставил. Говорит, что открыть надо, открыть надо. Открыть надо? Так, дайте я открою. Снятие проклятия! И чё это вот так вот все просто было? Зайди в сундук и забери вот эту дичь! Зайди! Так, сейчас. Выброси, предоставляю тебе эту возможность, выбрасывай. А если меня раскукарачит на все четыре стороны? Ну если тебя раскукарачит, значит я выбрасывать не буду. Давай выбрасывай. Не, давай уж ты первый выбрасывай, пусть тебя кукарачит. Ладно, давай. Раз, два, пять. Ты преврати... Так, стоп. Я ж говорила, что тебя раскукарачит. Выбрасывай ты. Так. Оба. Вы чё прыгаете, а? Смотри, они прыгают, веселятся. Вы собаки, спасибо, конечно, мы превратились, ну как, не полностью в людей, у тебя алмазная башка. А у тебя земляная башка. Собаки сутулые, вы чё нам подсунули? Бери алмазную руду, я за этим сраным деревянным бревном, ты сюда подойди. А хотя, знаешь, Кать, оставь в покое. Мне кажется, давно пора открыть охоту на бога Майнкрафта. Серьезно? Серьезно.
Пошли! Пошли! Если он над нами так издевается, значит мы над ним будем издеваться. Но сначала давай все же вот этот алмазный блок на фарш пустим. Сюда подойди, собака! Подождите меня!